В кинотеатре «Молодость» 30 июля состоялся запуск нового цифрового оборудования для кинопоказа. «Молодость» стала кинотеатром первого экрана. А это значит, что теперь любители кино получили возможность наслаждаться киноновинками фактически в день премьеры. Перед первым запуском нового оборудования со словами напутствия к коллективу кинотеатра обратился начальник отдела культуры и искусства администрации Амурского муниципального района Михаил Иголкин. К сожалению, сейчас поговаривают, есть интернет. Зачем иметь библиотеку? Зачем иметь кинотеатр? Самое главное, они забывают, что всегда должно быть живой спектакль, живая музыка, живая книга, живое кино. Вот чем мы сильны и богаты. Я искренне поздравляю коллектив кинотеатра с новым оборудованием, дальнейшей вам модернизации и потихонечку переходить на самоокупаемость. Добывать средства для содержания других учреждений, как делается в городе Хабаровске, когда кинотеатр, бывший гигант, содержал еще и краевой цирк. Успехов вам! Речь об установке нового цифрового оборудования в кинотеатре «Молодость» шла уже не один год. В этом году данная проблема потребовала кардинального решения, ведь кинотеатр стоял фактически на грани своего закрытия. Причина простая. С мая 2013 года прекратили производить кинопленку с фильмами. Все кинотеатры страны перешли на цифровой формат. Стоимость нового оборудования для кинотеатра фактически 2 миллиона 900 тысяч рублей. Согласитесь, сумма не маленькая, но эти деньги удалось найти, и они были выделены из городского бюджета. Мы объявили аукцион, его выиграла московская компания «Артсам», которая предоставила нам цифровое оборудование. Приезжал специалист из Москвы, и вместе с нашими специалистами был произведен монтаж и настройка оборудования. Кто-то уже посетовал на то, что стоимость билета в кинотеатре сразу же после установки нового оборудования выросла. Но согласитесь, это в любом случае дешевле, да и намного удобнее, чем ездить, например, у кинофильма в Комсомольск. А качество его, безусловно, смогли оценить зрители, пришедшие на первый показ фильма с цифровой аппаратуры. Качество фильмов улучшилось, более ярко стало, звук стал более четче. Но кто ходил к нам, они разницу должны понять. И у нас теперь... Многие жители города не будут ездить в город Комсомольск, так как смогут посмотреть премьеру у нас в кинотеатре «Молодость». И я надеюсь, что народ будет к нам ходить и будет общаться и привлекать своих детей к культуре. Но на этом модернизация кинотеатра не завершилась. Уже на сентябрь этого года запланирован запуск показа кинофильма в формате 3D. Что же, будем с нетерпением ждать. А пока можно наслаждаться цифровым качеством киноновинок.